мае 1988 года в Москве на Новокунцевском кладбище хоронили пожилого мужчину. Даже несмотря на выразительную череду воинских наград покойного и торжественный строй солдат, похороны можно было бы считать вполне скромными. Ведь это было прощание не просто с человеком. Это было прощание с самой захватывающей страницей в истории дуэли разведок России и Англии. В игре на бильярде, как и в разведке, лучше не быть известным игроком. Тогда удары окажутся для противника неожиданными и точными. Советская разведка на Западе к 1930 году потерпела несколько провалов. И нити этих провалов вели к посольствам. За их сотрудниками шла постоянная тотальная слежка. И в Москве решили, надо переходить на новую систему получения информации. Со временем этот период назовут «эпоха великих нелегалов». Разведчик-нелегал – это лицо, выступающее в стране, которую он разведывает, скажем так, не в качестве гражданина той страны, которой он действительно принадлежит, а в качестве какой-то иной страны. Великих нелегалов называют еще и истинной легендой. И слово «легенда» здесь не просто знак признания заслуг. У них, как у литературных персонажей, все вымышлено. И фамилии, и профессии, и даже привычки. Достоверна лишь среда обитания со всеми бытовыми подробностями. Нелегалом мог оказаться любой из этих посетителей бара. Также растворялся в английской повседневности и Дмитрий Быстролетов. Быстролетов был, безусловно, интереснейшей личностью во многих отношениях. Он прожил очень интересную жизнь от практически бездомно-безработного юнца, который скитался по России во время гражданской войны, до выдающегося советского разведчика. Ему принадлежит честь вербовки нескольких шифровальщиков в английском Foreign Office, от которых поступала ценнейшая документальная информация. Как в эстрадной пантомиме, артистично меняя облики то на венгерского графа, то на лорда-миллионера, Быстролетов не менее сотни раз пересекал границы, провозя шифры, коды, копии секретных докладов. Однажды, прикинувшись паралитиком, он вывез добытый разведкой пулемет новейшей конструкции. Правда, надо сказать, что аристократическое общество, принимая Быстролетова, не очень заблуждалось, видя в нем своего. Ведь он был, хотя и незаконным, сыном одного из графов Толстых. Оттого, чаруя собеседников и обольщая дам, Дмитрий Быстролетов проникал в самое закрытое прибежище английской знати. Быстролетов также уже через другого агента, голландского художника, осуществил вербовку еще двух шифровальщиков в английском Foreign Office. Это в разведке считается верхом мастерства, когда кадровый разведчик работает через агента-вербовщика и вербует новую агентуру. Это высший пилотаж. Имя другого мастера высшего пилотажа, Арнольда Дейче, впервые прозвучало лишь в 1990 году. Австрийский коммунист с дипломом доктора философии и химии Венского университета в 1936 году защитил диплом доктора психологии университета Лондонского. Но пока учился в Англии, не столько грыз гранит науки, сколько вербовал агентов. За 3 года он привлек к работе на Советский Союз 17 человек. Некоторые из его агентов до сих пор фигурируют в специальной литературе под псевдонимами. Они так и не вычислены британской контрразведкой. При этом он зарегистрировал и отослал в Москву 4 патента, в том числе и тренажер для обучения пилотов. Он разработал и некоторые спецустройства, включая один из рецептов симпатических чернил. В общем, регата разведчиков была весьма напряженной. Я думаю, что как наиболее успешного я бы выделил Александра Орлова, поскольку его работа в Англии, она никогда не была раскрыта.
Впрочем, и само его имя, и сама его жизнь канули в безвестность. А ведь он руководил разведчиками во многих странах, создавал диверсионные школы, вывез в Советский Союз из республиканской Испании ее золотой запас. Дело в том, что проницательный Орлов сбежал. Сбежал от сталинских репрессий, стерегущих его дома. И только в 1953 году, когда он выпустил свои мемуары, ФБР США узнало, что под боком у них 15 лет находился советский разведчик в ранге генерала. В детективной литературе особый драматизм событиям придает идилличность пейзажа. И вправду пасторальные лужайки Риджент-парка как нельзя лучше подходят для начала событий, самых сложных и увлекательных во всей истории разведок в 20 веке. Они открыли тот период в противостоянии британских и российских спецслужб, когда при всем желании нельзя найти ни одного момента, когда перевес был бы на английской стороне. Началась драматическая повесть под названием «Великолепная пятерка». Теплым летним днем известный фотограф Эдит Харт, она же агент советской разведки, гуляла со студентом Кембриджского университета Кимом Филби и подвела его к скамейке, где сидел некий господин. Это был Арнольд Дейч. Он-то и ждал Филби. А может, не только его? Я не думаю, что была идея вербовки целой группы. Началось с одной вербовки. С вербовки Кима Филби. Однако вот после этого уже появилась идея. Ким Филби был завербован Арнольдом Дейчем летом 1934 года. Но первым заданием, которое было поставлено Филби, уже Александром Орловым, который возглавил к этому времени лондонскую нелегальную резидентуру, была просьба предоставить список кембриджских студентов, выпускников, которые сочувствуют левым. Так удачно забитый первый же шар сразу потянул за собой целую партию. Другими словами, десяток, если не больше, питомцев Кембриджа были завербованы советской разведкой. Но почему все называют «кембриджскую пятерку»? Чтобы понять это, надо нарушить хронологию рассказа и шагнуть на пару десятилетий вперед. За годы работы группы объем информации, переданный ее членами, был огромен. Только во время войны почти 18 тысяч документов. И никогда ни одно имя не было выявлено английской контрразведкой. Но в 1951 году помогли союзники-американцы. Одно имя было произнесено. Дональд Маклейн, руководитель американского отдела МИДа Великобритании. Маклейна вычислили в результате дешифрования советских телеграмм, в которых некий человек по имени, под псевдонимом Гомер выезжал на встречу в Нью-Йорк для встречи с своим советским контактом и передачи информации. О том, что в Штатах творится что-то неладное, одним из первых, что закономерно, узнал представитель английской разведки в США. А им в это время был Ким Филби. Ким забеспокоился. В его квартире жил друг, второй секретарь британского посольства в Вашингтоне, Гай Бёрджесс, буян и выпивоха, и при этом отличный советский агент. Для того, чтобы предупредить катастрофу, Бёрджесс устраивает очередной скандал. Его высылают, но зато он может встретиться с советским резидентом. Бёрджесс поехал в Лондон. Встретились мы, обсудили все. И, значит, сообщили в Москву. Через два дня ответ из Москвы пришел. Организовывайте побег Маклейна. Это была одна из ужасных ошибок. В мае 1951 года Гай Бёрджесс, которому надо было только помочь Дональду Маклейну добраться до Франции, потом должен был вернуться в Англию. На туристическом круизном теплоходе, где не надо было предъявлять паспорта, они отчалили из Саутгемптона, а потом оказались в Москве. Оба. Да, Бёрджесс то ли не захотел бросить товарища,
то ли сам побоялся разоблачения. Когда Бёрджесс и Маклейн сбежали в Москву, это очень быстро спровоцировало вопрос, был ли третий человек. Филби был назван в парламенте как потенциальный третий агент. Но был ли четвертый? И выяснилось, что им был Энтони Блант. Сэр Энтони Блант, главный хранитель королевских коллекций, кавалер Ордена Виктории, родственник королевы. На Западе их называют по номерам. Номер 4 – Энтони Блант. Номер 3 – Ким Филби. Номер 2 – Гай Бёрджесс. Номер 1 – Дональд Маклейн. Английское общество долго мучило загадка пятого. Достаточно было произнести слова «пятый человек», и все сразу понимали, о чем идет речь. Английская разведка знает этого пятого человека, и она знает, что он работал со мной. Знает, однако именно пятый оставался тайной для общественности, хотя в конце концов... Тот факт, что он был пятым человеком, был раскрыт прессой. В 1979 году Блант дал пресс-конференцию. Это был ответ на заявление госпожи Тэтчер, что он был четвертым человеком и королевским указом лишен дворянства. Обиженный Блант твердо заявил, что шпионов больше нет. А вот бывший секретарь Черчилля однажды... Он просто разговорился поздно вечером. Может быть, он выпил бокал другой вина и просто рассуждал о том, что сказал Блант. И сказал, что были другие шпионы. И один из них в разное время работал в Министерстве иностранных дел, в Министерстве финансов и в Министерстве снабжения. Я изучал это дело по библиотекам, отслеживая, кто работал в этих трех министерствах в разное время. И вдруг обнаружил имя Джона Кернкросса. Но кто такой Джон Кернкросс? Не какой-то общественный деятель, просто государственный служащий. Но где он? Жив ли он еще? И Барри Пенроуз начал поиски Кернкросса. Он буквально прощупал весь Лондон. И одного таки нашел. Но, увы, тот оказался женщиной. Правда, у дамы был брат Джон, живущий в Риме с 51 года. И я подумал, это должен быть именно тот самый человек, потому что Бёрджесс и Маклейн сбежали в Москву именно в 51 году. Мы с коллегой вылетели в Рим. В 7 утра мы постучали в дверь, и дверь медленно открылась. Мы увидели его глаза. Человек сказал «да». Мы спросили «Джон Кернкросс», и он сказал «да». Мы вошли, он сказал, что ждал, что рано или поздно к нему придут, и спросил, из разведки ли мы или из газеты. Итак, Джон Кернкросс был назван. А оставались ли еще неназванные, неузнанные? Без сомнения, был шестой агент, и седьмой, и восьмой, и так далее. Да, трудно сказать, сколько шаров раскатили в этой большой игре. Даже раскрытых агентов было не пятеро. Важно не сколько, важно почему. Что двигало этими избранниками английской фортуны в их выборе? Энтони Блант никогда не объяснял, почему он стал шпионом сам и как стал вербовщиком агентов для КГБ. Я 20 лет занимался изучением кембриджской пятерки, но так и не пришел к выводу, было ли это просто неким интеллектуальным вызовом с их стороны. Я думаю, что это был некий социальный сбой, заставивший их предать своих друзей, свою страну, свой класс, социальную систему. В 30-х нацизм уже прочно воцарился в Германии. И не надо было обладать особой проницательностью, чтобы распознать замыслы фюрера. Кембриджским интеллектуалам все было ясно. Нацизм стал личным врагом каждого из них. А главное, надо уничтожить любую социальную несправедливость. Они работали не на Россию.
Они работали, как они сами понимали, на форпост, который был дислоцирован, центром которого был Советский Союз. Советская разведка не случайно нацелилась на Кембридж. Руководство во главе со Сталиным считало достоверной только ту информацию, которая поступала от агентов в правительственных учреждениях. Но большинство тогдашних источников были мелкими служащими. И вот основные усилия вербовщиков было решено направить на молодых людей, которые могли со временем занять высокое положение в политической элите страны. Кембридж всегда был альма-матер для отпрысков именитых семей. Почти все будущие агенты советской разведки – не исключение. И служение избранным идеалам было искренним и бескорыстным. Большинство из них были лично знакомы. Они все учились в Кембридже, но не все знали, что и другие тоже шпионы. Например, Джон Кернкросс, когда он стал работать в Министерстве иностранных дел, он делил кабинет, даже сидел за одним столом с Дональдом Маклейном. Они не любили друг друга. Затем он стал работать в разведке с Кимом Филби. Он и понятия не имел, что Ким Филби был советским источником. И он не любил Энтони Бланта. Единственный человек, про которого он знал, что тот советский агент, это Гай Бёрджесс. Подавляющее большинство из них, они ведь деньги не брали. Я им предлагал. Больше того, я знаю, вот в 43-м году им дали всем пожизненную пенсию. Пожизненную пенсию. За те материалы, которые они передавали. И все они от нее отказались. Отказались от пенсии. В каждом колледже Кембриджа есть своеобразная стена почета. Там значатся имена самых уважаемых персон, связанных с университетом. Разумеется, здесь нельзя найти фамилии тех, кто делал карьеру по заданию советской разведки. Дональд Маклейн был нацелен на работу в МИДе. Ему даже выделили средства для дополнительной подготовки. Он работал в английских посольствах во Франции, в США, в Египте. А в 50-м году возглавил американский отдел. И, естественно, передавал в Москву шифрованную переписку МИДа Англии со своими посольствами, протоколы заседаний кабинета министров и массу другой политической информации. Гай Бёрджесс был ориентирован на проникновение в спецслужбы, что ему прекрасно удалось. Как агент английской разведки, он был бесценным источником для разведки советской, но не утратил ценности и когда пришел в Foreign Office. Перед Кимом Филби была поставлена задача проникнуть в британскую разведку, что он и сделал в 40-м году. Его карьера там была столь успешна, что незадолго до провала он был реальным кандидатом на должность начальника этой секретной службы. Стоит ли удивляться тому, что на протяжении стольких лет англичане не могли нанести ни одного удара? Специалист по истории искусств Энтони Блант преподавал и был заместителем директора института, но в 1939 году пошел в армию и до конца войны работал в контрразведке. Джон Кернкросс, поступивший на работу в МИД, выделялся совершенно феноменальными способностями, но не смог удержаться там долго. Происхождение из семьи мелкого лавочника помешало ему сделать карьеру в этом элитном учреждении. Зато в Министерстве финансов он работал отлично, а потом перекочевал в личные секретари министра по особым поручениям. Но кто же сделал наилучшую карьеру с точки зрения советской разведки? Кто был самым ценным? Я думаю, сложно точно сказать, кто был самым ценным. Если в смысле того, кто поставлял наибольшее количество информации о структуре британской разведки в целом, я думаю, это заслуга Кима Филби. С Филби происходило что-то странное. Вчерашний убежденный марксист Ким Филби вступил в ассоциацию англо-германской дружбы.
сблизился с германским послом в Англии Риббентропом, будущим рейхсминистром иностранных дел, и уже как проверенный фашист поехал на фронт испанской войны, корреспондентом лондонской «Таймс» во франкистскую армию. Правда, все это по указанию советской разведки. В числе его заданий, кроме сбора информации, была и попытка убийства генералиссимуса Франко. Это не удалось, однако информации он передал очень много. Вот только потом с ужасом узнал, что адрес, на который он отправлял свои донесения в Париж, был адресом советского посольства во Франции. К счастью, контрразведка это прозевала. 1938 год памятен миру подписанием Мюнхенских соглашений. Английский премьер Чемберлен благостно уверял: «Мы усмирили Гитлера». Но Черчилль иначе оценил ситуацию. Великобритания и Франция должны были выбирать между войной и позором. Они выбрали позор и получили войну. Для бывших студентов Кембриджа все было ясно. Фашизм и его покровители здесь, дома, в Англии. И этому надо противостоять, поддерживая главный оплот – Советский Союз. Их веру в него ничто не могло подорвать. Они хотели работать еще активнее, слать информацию. Но было некуда. Если иметь в виду непосредственно предвоенный период, получилось так, что лондонская резидентура была закрыта по указанию Берия. Там просто никого не было. Не было ни одного разведчика, который мог бы поддерживать контакт с кембриджской группой. В Лондоне оставался единственный русский разведчик, посольский шифровальщик Анатолий Горский. В какой-то момент его отозвали в Москву, и Горского чуть было не постигла участь большинства разведчиков. Но, к счастью, он вернулся и был вынужден взять на себя все руководство агентурной сетью. Я считаю, что он фактически совершил подвиг, поскольку работать в такое время, когда в Москве была крайняя неустойчивость, я имею в виду период репрессий, вот в этот период, конечно, Горский, ну, я бы сказал, проявил просто определенный героизм и в то же время высокую дипломатичность, умение выживать в таких условиях. Война пришла в Лондон непрерывными бомбежками. Страшное эхо своей мюнхенской дипломатии мог слышать и Чемберлен, спешащий в убежище. А в истории дуэлей России и Англии наступил уникальный этап. Оружие было спрятано. В августе 41 года был подписан договор о сотрудничестве английской и советской разведок. Главная линия фронта пролегла для Англии в радиоэфире. Там воевало, пожалуй, самое мощное подразделение английской армии – разведка, точнее, служба перехвата и дешифровки. Материал, который мы подвергали дешифровке в большом разведцентре рядом с Лондоном в Блетчли-парк, был уникален, поскольку это были данные, передаваемые из Берлина на фронт. Представьте себе эту необычную ситуацию. Немецкий генерал, член германского генштаба, передает немецкому генералу на фронте определенные указания. В то время как радиограмма передается, ее прослушивают на одной из 20-30 британских станций перехвата. И оттуда ее в течение нескольких минут передают в Блетчли-парк, где работают 5000 человек. У них есть немецкий аппарат «Энигма». Они работают над дешифровкой. Шифровальные машины, захваченные или украденные англичанами, давали возможность прочесть любое сообщение. И если надо, передать союзникам. В первые дни блокады Ленинграда мы узнали из «Энигма», а мы прослушивали сообщения немецкой авиации между Берлином и Ленинградским фронтом, мы узнали из этих сообщений, что немцы прослушивали местные советские авиарадиограммы. И мы мгновенно проинформировали Сталина, что немцы прослушивают эти радиограммы. И тогда СССР сразу же изменил характер радиосвязи в этом районе. Однако далеко не все, что узнавали англичане, они передавали русским. А главное, никогда не раскрывали источник информации, выдавая полученные сведения за поступившие от агентов.
Но они совсем упустили из виду, что среди сотрудников центра был Джон Кернкросс. In fact, he'd been an officer in MI6. Он был и офицером разведки, об этом мы узнали лишь недавно, и он работал в Блетчли. А там он проделывал такую работу для русских, что ему купили машину, чтобы он мог ездить в Блетчли и увозить на ней бумаги. А в Великобритании считали, что то, что там происходит, никому не известно. Кернкросс был очень ценен, потому что предоставил много материалов из Блетчли. Во многих фильмах и книгах рассказывается о том, как накануне Курской битвы из Лондона шли сведения о немецких планах. Называлось одно имя – Ким Филби. Это его информация, дескать, помогла русским. И очень долго скрывалось, что наиболее важные секреты раскрыл именно Джон Кернкросс. Он предоставил информацию, позволившую русским узнать, какова была плотность металла танков, которые участвовали в битве при Курске. Кернкросс был очень важным агентом и, может быть, самым важным из всей этой агентурной сети из пяти человек. Информация Энтони Бланта тоже имела огромное значение. Он передал подлинные имена агентов английской контрразведки в посольствах иностранных держав в Лондоне. И он предоставил секретнейшую информацию контрразведки, которую она получала в результате нелегального вскрытия дипломатических портфелей, отправляемых из посольств тех стран, которые сохранили нейтралитет во Второй мировой войне. Самый известный пример сотрудничества английской и советской разведок – подготовка и обеспечение безопасности встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции – Сталина, Черчилля и Рузвельта, так называемой «Большой Тройки». Это было в ноябре 43-го года в Тегеране. Вручение Черчиллем меча для защитников Сталинграда – жест, понятно, символический. И символизировал он не только восхищение перед их подвигом, как об этом говорит английский диктор кинохроники, но и спрятанное в ножны оружие дуэли. По крайней мере, тогда хотелось думать именно так. Ведь только что была закончена совместная операция. Немцы отправили группу для организации покушения на Большую Тройку. Их должен был встретить резидент гестапо в Тегеране Франц Майер. А вот выследили его и обезвредили совместно. Хотя понятна тогдашняя обида 18-летнего разведчика. Майера англичане под нашим носом арестовали. Мы установили, где он. Пока запрос был в Москву, как, что, чего, а англичане хлоп пришли, и мы вот так стояли, ребята, у нас даже слезы текли. Да, протоколы допроса Майера существуют только по-английски. Обидно. Но по-русски именно в это время на Лубянке писались документы, которые вызывают куда большую обиду. Меня очень удивило открытие, сделанное в архивах КГБ, что информация, поставляемая Кимом Филби, и особенно Энтони Блантом, и до известной степени Гаем Бёрджесом, была таких объемов и считалась настолько важной, что контрразведка НКВД что-то заподозрила. В 1943 году они даже пришли к выводу, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что это невозможно, чтобы мы внедрились в британский истеблишмент до такой степени. Человеком, который начал вот эту кампанию подозрения против кембриджской группы, была Мадржинская, которая работала в то время в английском отделе. Искали огрехи и темные пятна в работе кембриджской группы и ставили их постоянно под подозрение. Был даже подготовлен документ о необходимости разрыва с ними где-то в 43-м году. Однако Меркулов, который руководил НКГБ в то время, сказал, что этого не следует делать, а необходимо просто тщательно проверить эти истории. У кинематографистов есть излюбленный сюжет. Осторожный центр не понимает отважных инициатив разведчика.
Но тут был особый случай. В центр на место репрессированных профессионалов пришли дилетанты, которые с пролетарской бескомпромиссностью не могли поверить в честность классово чуждых элементов. Но те продолжали работу. Если говорить об успехах пятерки в годы войны, то, может быть, на первое место я поставил бы информацию, которая имела для нас, как для страны, я думаю, и для нас, как для России сегодняшнего дня, это информация об атомном оружии. Резидент в Лондоне Анатолий Горский при очередной встрече с Дональдом Маклейном, а потом и Джоном Кернкроссом, получает документы, из которых следует. Англичане активно работают в области деления атомного ядра. И тогда в это включился молодой сотрудник Владимир Барковский. Где-то в конце 40-го года пошла директива в Центр для получения информации, а уже в сентябре 41-го уже была первая. Первый в истории разведки документ по проблематике атомного оружия. Широко известно, что подглядывала советская разведка за атомными секретами в США. Но атомный шпионаж отнюдь не привилегия работы лишь в Америке. Между союзниками, англичанами и американцами, шла своя борьба. Американцы от англичан утаивали многое. Генерал Гроувс, который возглавлял Манхэттен проект, он прямо говорил, что им давать не нужно ничего. И поэтому, видимо, все-таки английская разведка своими путями, каким-то образом, через тех английских ученых, которые работали в американских объектах, все-таки что-то получали. И в таком виде пересылали через океан. А мы их получали вот для своих, так сказать, нужд, для своих целей. Если в общем свести эту информацию воедино, то можно было бы сказать, что в Англии советская разведка получила информацию о том, из чего сделать атомную бомбу. А в США информацию о том, как ее сделать. Ответ на вопрос, смогли ли бы советские ученые создать атомную бомбу без информации разведки, совершенно ясен. Конечно, смогли бы. Вопрос, когда? А создавать ее надо было очень быстро. Очень быстро после войны надо было восстановить равновесие сил в мире. Очень быстро надо было напомнить, что СССР – серьезная сила, с которой нельзя не считаться. Впрочем, в Англии этого никогда и не забывали. Когда война пошла на убыль, подписанное в 41-м году соглашение о сотрудничестве разведок было забыто, и англичане решают нанести удар. В 44-м году англичане начали создавать разведывательную сеть в России. Человек по имени Хэри Карр, который был главой северного подразделения, полагал, что в СССР, особенно в прибалтийских республиках, где он работал до войны, есть большое количество людей, сочувствующих Западу. Из прибалтийских эмигрантов он стал создавать группу, которую планировал отправить обратно в СССР. И в 1948 году он направил первых агентов в Эстонию, Латвию и Литву. Агенты прибыли, действительно встретились с некоторыми местными представителями, которые согласились стать частью сети сопротивления. Так сеть была создана, и Карр был в восторге, что ему удалось собрать много информации. Ему посылали радиограммы из Прибалтики в Лондон. Карр, однако, совершенно забыл, что в молодости, еще в 20-е годы, стал жертвой знаменитой операции «Трест». Фиктивную организацию английская разведка и белая эмиграция считали серьезной оппозицией и вторично попался в ту же ловушку. Все представители сопротивления, не только в Прибалтике, но и на Украине, были чекистами. Британские агенты боялись, что КГБ может их обнаружить, а мы боялись, что они догадаются, что мы чекисты. У нас были страшные проблемы.
Мы все время были в состоянии сжатой пружины. Но зря контрразведчики так уж боялись. Сейчас вы видите кадры из уникального учебного фильма, созданного в 1953 году. Это своего рода видеопособие по обезвреживанию английских агентов. В титрах можно было бы написать: «Благодарим английскую разведку за помощь в создании этого фильма». На протяжении 11 лет англичане делали все, чтобы предоставить материалы для обучения советских контрразведчиков. В Советском Союзе узнали, как забрасывают агентов, какие тайники и средства связи используются. Британская разведка проявила удивительную беспечность. Всему верила, ничего не проверяла. Но и советская слишком успокоилась. В 1955 году в английской разведке не было никаких подозрений относительно той огромной сети, которую она раскинула по территории Запада СССР. И они попросили одну из групп доставить бутылку воды из источника рядом с советским атомным объектом. Бутылка была доставлена в Лондон через агентов, которым полностью доверяли. Воду подвергли исследованиям, и было обнаружено, что уровень радиоактивности очень высок. Настолько высок, что смертелен для окружающей среды. Вот что случилось. КГБ переборщил и таким образом подверг сомнению надежность информации. Где же и кто же провалил всю операцию с обеих сторон? Тайны советских просчетов как лежали, так и лежат в архивах латвийского КГБ. А вот англичане поспешили объявить главного виновника. К тому времени был установлен третий человек шпионской цепи – Филби, но он еще не был арестован. Англичане думали, что Филби подвел их, выдав советским спецслужбам. На самом деле, их подвела их собственная глупость. 30 с лишним лет за Кимом Филби так и тянулся этот шлейф. И только в 1987 году стало известно, что вот к этому-то Филби отношения не имеет. А имел отношение человек, в гостях у которого он побывал в Риге. Руководителя операции звали Янис Лукашевич. Он был очень терпелив, очень умен во всем, что касалось вербовки сотрудников, планирования, организации этой хитроумной операции. Такой, какой гордилась бы разведка любой страны. Лукашевич унизил английскую разведку. А английская разведка очень не любит публичных унижений, хотя за государственную измену и сегодня могут повесить. Почему никого не судили после того, как они признались? Керн Кросс признался в 1951 году. Энтони Блант признался властям в своей шпионской деятельности в 1963. Причина была в том, что служба безопасности очень не хотела признавать подобные вещи публично. Это заставило бы ее выглядеть некомпетентной. Любой человек к концу своей жизни начинает задавать себе вопросы. А как я прожил свою жизнь? Во имя чего? Стоило ли то, что у меня есть сегодня, тех сил, которые были затрачены? Этот вопрос неизбежно встал и перед теми, кого вот уже более полувека считают самой большой победой советской разведки и самым страшным поражением английских спецслужб за всю историю долгого противостояния. В 1953 году Киму Филби удалось отвергнуть все обвинения, и он даже смог вернуться в разведку, откуда был уволен после побега Маклейна и Берджеса. Под журналистским прикрытием он уезжает в Ливан, где из Москвы получает сообщение, что над ним сгущаются тучи. В 1963 году он вступает на борт советского судна в Бейруте и исчезает. В Москве внешне все складывается вроде бы благополучно. Большая зарплата, хорошая квартира и заботливый куратор. А вот до оперативной работы во внешней разведке не допускали. Руководство всегда не доверяло провалившимся сотрудникам. Лишь приглашали для консультаций и чтения лекций.
Обида Филби выражалась традиционным русским способом. Он пил. Его спасла русская жена. И с 71 года его жизнь обрела новый смысл. Такое спасение не могло прийти к Гаю Бёрджесу. Советская жизнь оказалась для него совсем чужой. Он страдал не только от непонимания простых вещей, но и от существовавшего в то время крайне отрицательного отношения к его нетрадиционной сексуальной ориентации. Места в советской действительности он себе не нашел совершенно. Уже здесь, находясь в Москве, Бёрджес выпивал больше, чем следовало бы. Больше, чем следовало бы. И это, в общем-то, и послужило причиной его смерти. Прах Бёрджеса развеяли над Англией, как он хотел. Маклейн тоже вернулся на родину только после смерти, когда урна с его прахом была захоронена в семейном склепе. В Москве он работал в Институте мировой экономики и международных отношений. Он стал крупным ученым. В отличие от Дональда, его жена и дети не смогли привыкнуть к жизни в Советском Союзе и в конце 70-х вернулись в Англию. Он умер в 83-м году, и портрет его висит в библиотеке института, где он проработал почти 30 лет. Мучившая всех загадка пятого была разгадана. Джон Кернкросс, как это ясно сегодня, самый ценный агент советской разведки в 30-е и 40-е годы, после того, как улегся шум, мог вернуться в Англию. В начале 80-х, вскоре после разоблачения, Джон Кернкросс отправился из Рима в Швейцарию, везя с собой наличные деньги, которые он заработал в течение многих лет. Это считалось в Италии контрабандой – вывозить наличные. На эти деньги он собирался купить дом, уйти на покой. Его арестовали, посадили в тюрьму на несколько месяцев. Он лишился всех своих денег. Есть некая ирония в том, что его никогда не судили за шпионаж, а он отсидел за провоз валюты из Италии в Швейцарию. Кто знает, о чем говорили бы члены Великой Пятерки, если бы приехали сюда, в Кембридж, где прошла их юность. Лишь один Энтони Блант остался верен этим местам, отказавшись уехать из Англии куда бы то ни было, в том числе и в Москву. До самого конца Блант сохранил связь с Филби. Я помню, как Блант нашел картину, которая, по его мнению, понравилась бы Филби, и он пошел в советское посольство и передал ее. Помните похороны в начале фильма? Это хоронили Кима Филби. Но простой памятник на Новокунцевском – это и памятник тому времени, когда советской разведке удалось проникнуть в самые высокие сферы тайной жизни потенциального противника. Впрочем, тогда, в конце 80-х, Великобритания и Советский Союз уже на протяжении 4 десятилетий были противниками. В новой войне, в холодной войне.